Всем привет! С вами канал Артмания. Второй день отдыха у нас на даче. Как красиво посмотреть, там и домик. Тут такая статуйка, как будто парк, сквер какой-то. Там головастики. Там мельница. А, еще пушка тут. Мельница отсюда смотрится хорошо. Сегодня у нас ветерочек чуть-чуть есть. И сегодня я свой лазмак достала. Сейчас пью кофе. Вернее, жду, пока она остынет. Ты что закрылся тут? От мыша, что ли? А Женька колбаской лежит. Женька опять, как всегда, с самого утра занимается спортом. Ну, что ты меня для чего ты спортом, Жень, занимаешься? Сейчас, я же передохну, мне еще конфетки помахать. Чтобы быть в хорошей физической форме. Атлет, да? Крутится. Скажи привет. Ты меня что, будешь выкладывать? Не конечно, надо. Скажи привет. Не надо. Ну, поздоровайся с подписчиками тоже. Ну так же нельзя. Не надо меня выкладывать для частного просмотра. Женька здесь ночью приходил. И вот здесь вот видел, мышка сидела. Теперь тут придется мыть все. Вот так вот. Тут что такое? Хлеб какой-то лежит странный, подозрительно. А чай-то ты что, так и не пил, что ли? Купили, вот вчера купили чай. Девушка спрашиваем. Он в пакетиках? Она вот так вертит, вертит. Заглядывает в эти окошечки. Смотрит на него, стоит. Ощущение, как бы полчаса прошло. Сюда заглядывает. 25, чего 25 написано? Ну, может быть, не знаю. Может, так и не поймешь. Но я думаю, вот тут можно идти. А потом, ну, наверное, вроде бы да. Я так взяла сразу. Вижу цифру 25. Говорю, ну да, в пакетиках. Все. Хотя, честно говоря, такой не покупаю даже чай. Ну, попробуем его. Попить. А, ты прям махать будешь? Кроссовочки мои белые. И загорать будешь? Такая жарища, а ты будешь там махить? Снимай меня, ради бога. Папа. Цветочки тут. Окошко такое симпатичное довольно. Ну что, где ты там? Муж спрашивает, что это такое у тебя тут лежит? Я ему говорю, булочка. Что это такое? Надувное что-то. Тебе же говорят, булочка. Я, надувать будешь? Надувать? Конечно. А насос есть? Нет? Губами? Я замучусь. Ой, господи. Не похоже, что ли, на булочку разве? Похоже? Интересно, сегодня помидорку поспеть, собрать. Похоже? Похоже. Ну, сегодня, может, там две картошины лежат. Можем копать не обязательно. Там под столом лежат две большие картошины, можем запечь. Так большие-то они долго будут закипаться, запекаться. Ну, я побольше хворост накидаю. Маленькие лучше. Маленькие вкуснее, ароматнее будут, свеженькие. Ну, посмотрим, может, там найду какие поменьше. Отец уж накопал, что я буду копать. Ну и ты накопаешь. Да не хочу я копать. Да какой ты? Они тут мытые лежат, а там грязные. Да какая разница, они все равно будут там запекаться. Зачем их мыть-то? Ладно, отсюда возьму, вон там возьму под этим подставку. Они же все равно будут там возьму горячие обработки. Они же не в говне у тебя лежали, мыть ты их собрался.
завтракаем. Как прям я хоть на тарелочке ем. А Женька прям так. Как холостяцкий завтрак получается. Не как дома, все красиво, нарядно, разложено. А тут все. Все вот так. Бутылка, да, большая. На столе стоит. С пола на стол. Квасю допил Женя, да? Ну, купил сегодня квасю. Квасю. Давай сегодня квасю купим. Пищу. Себе квасю или себе квасю? За место чего? За место пивю. Пивю или писю? Вот так сидим, завтракаем. Что ты там несешь? Конфетю? Рыбку. Буду сейчас иваси есть. Кого? Иваси. Иваси? Что-то у тебя прям сегодня это... Писи, миси, васи, иваси, коси, соси. Ой. Писи ты просил я. Масло даже, смотрите, пополам поделил. Потому что... Хлеб разложил по разным мешкам, пополам поделил. Все пополам. Надо делить пополам. Но точка обманет. Ну, я же маленькая, мне надо много кушать. А ты большой, тебе надо мало кушать. Есть логика? Ты там мою долю-то не слопаешь, я надеюсь? Сейчас опять, как всегда, все самое вкусное слопаешь. А невкусное оставишь мне, да? Ты хоть с хлебом, что ли? Да не хочу. Все, хватит ты там. Уже съел больше половины. Козю. Козю. Слышишь меня? Все. Маслица еще мясо. Ну, маслица, ладно, еще. Я не буду так... Да нет, ты что, он большой, нет. Смотри, какой большой, как я его аккуратнее надо... мне. Ладно, я хочу. Че, ну, что мне его? Нет. Я уж и так устал, мне хочется полежать, вот я бы... Это насосы надо надавать, это я буду час... Не ладу. Засранец. Нашла тенечек. Развернуться негде, еле надула. Больно-то тут везде огород. Вот прям оттуда до сюда дошла. Фух, жарище невозможно. Очень жарко. Лежу в узмаке. Такая булочка. Ой, даже в теньке жарко, душно прям. Свекровь сказала, в некоторых частях Самары будет около 40, плюс 40. Конечно, все равно жарковато, хоть я и люблю жару, но жарковато. Хотя вот ветерочек чуть-чуть есть, чуть-чуть обдув на лзмаке прямо. Телефон там торчит. Все равно жарковато, если бы, наверное, был открытый гамак, он бы хоть поддувал с разных частей. Было бы круто. Но все равно хоть что-то в теньке лежишь, потому что вот там, кстати, на втором этаже крыша металлическая. Было бы... Ой, там очень жарко сейчас. В домике, если вот здесь, то еще нормально. А здесь на природе прям классно. Сейчас, наверное, скорее всего, посплю. Подремлю немножко, и мы решили идти на пляж. На городской мы решили не идти. Я отказалась. Потому что до туда надо сначала доехать, а в связи со всеми этими, то, что творится в мире, я думаю, не каждый человек посадит нас в машину к себе. Вдруг мы больны там вирусом каким-нибудь, что-нибудь еще. Вот, поэтому я и сказала Женьке, давай лучше пораньше пойдем на пляж и подольше там посидим. Хотя, честно говоря, если бы была моя воля, я бы уже сейчас ушла бы туда на пляж и просто сидела бы в воде целый день. Вот. Но Женька, конечно, ни одну туда не отпустит. Потому что я плохо помню, кстати, могу и заблудиться. Так вот, короче, провожу время.
Хорошо, хоть лазмак с собой взяла. Хоть его и надуть, кстати, было негде особо развернуться. На даче как-то есть где развернуться. Кстати, еще птички летают.